Здравствуйте! В эфире канал «Три билета». И сегодня, наконец-то, мы проводим долгожданный розыгрыш браслетиков, которые мы привезли из нашего путешествия по Узбекистану. Купили вот эти браслетики мы в Бухаре, в замке Арк. И вот сейчас определим троих счастливчиков, которым эти три браслетика достанутся. Сразу прошу прощения за то, что подзадержались мы с этим видео, с этим розыгрышем. Дело в том, что у нас тут были кое-какие обстоятельства непреодолимой силы. Ну, рассказывать не буду. Но, кстати, кто подписан на наш телеграм-канал, те знают. Поэтому подписывайтесь и будете знать о трех билетах чуть больше. Ссылка на наш телеграм-канал в описании к этому ролику. Вот у нас программа «Генератор случайных чисел». На первое число не обращайте внимания, оно всегда выпадает, когда открываешь программу. Итак, у нас 209 участников, поэтому задаем значение от 1 до 209. Сгенерировать. Первый браслет отправляется участнику номер 131. Смотрим. 131. Ольга Снег. Ольга, наше поздравление. Новое число. Второй браслет уходит участнику номер 70. 70. Это Римма Кинзягулова. Кинджагулова. Извините, пожалуйста, не знаю, как правильно прочитать. И третий браслет номеру 15. Номер 15. Это Лариса Марушкина. Наши поздравления, Лариса. Еще раз поздравляем наших уважаемых победителей. Теперь, победители, ваша задача – связаться с нами, написав мне на электронную почту, либо в телеге. Опять же, напомню, что ссылочку на телеграм-канал и адрес электронной почты вы найдете в описании к этому ролику. Все, и мы с вами там обкашляем, так сказать, куда направить эти браслеты. Ваши адреса нам нужны. И, кстати, вот немаловажный момент. Уже было парочку раз, когда кто-то из победителей просто не откликается. Поэтому, чтобы добро даром не пропадало, мы даем ровно месяц на то, чтобы каждый победитель откликнулся и написал свой адрес. Если через месяц кто-то не находится, кто-то забывает вдруг, что он принимал участие в розыгрыше и писал «я хочу браслет», ровно через месяц мы этот приз отправим другому человеку уже на наше усмотрение, какому-нибудь нашему постоянному зрителю или зрительнице. Поэтому не тяните. И я еще раз хочу напомнить, что если вы пользуетесь известным, да, всем агрегатором, покупаете через него путешествие, то можете получить скидку от канала «Три билета». В описании к этому ролику найдете ссылку, по ней переходите, выбираете тур и при оплате вводите промокод, который тоже есть в описании к этому ролику. Ну, например, если ваш тур вытянул на 100 тысяч рублей и больше, то после ввода промокода от трех билетов цена вопроса снизится аж на 2000 рублей. В наше время это немаловажно. Все, спасибо большое всем, кто принимал участие, кто смотрел. До новых встреч. Это был канал «Три билета». Пока-пока. Новые ролики не за горами.